Телеграм-канал городской администрации «Вести» Дворянская предлагает владельцам квартир скачать приложение «Госуслуги Дом». С его помощью удобно решать вопросы ЖКХ онлайн. В приложении можно передавать показания, вносить данные по счетчикам воды, электричества, газа, отопления, смотреть историю внесенных показаний, оплачивать счета без комиссии, изучать отчеты по работе УК и обсуждать это с соседями. Обычно весной управляющие организации проводят собрание собственников, чтобы утвердить отчет за прошлый год и составить план предстоящих работ. Если такие собрания организованы в электронном виде, голосовать на них можно через приложение. В Самаре для многодетных семей предоставляется единовременная социальная выплата на приобретение или строительство жилья семьям, воспитывающим 5 и более детей. Выплата предоставляется в рамках нацпроекта «Демография», информирует телеграм-канал Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Самары. Подробную консультацию можно получить по телефону 310-31-35. Ленинский район приглашает принять участие в субботнике, который состоится 6 апреля. На этой неделе запланировали приведение в порядок участок улицы Молодогвардейской от улицы Льва Толстого до Красноармейской. Сбор участников в 10 утра на улице Молодогвардейской, 148. С собой необходимо взять только хорошее настроение. Необходимый инвентарь, перчатки, мешки для мусора, инструменты для ворошения снега предоставим. А чтобы было еще приятнее участвовать в субботнике, участников угостят горячим чаем.